привет! Меня зовут Федор Богер, и вы на канале Федор Богер, и мы сегодня распаковываем посылку. Но мы уже распаковала, и это только уже часть. Извините, но у нас был случайный перерыв. Случайный перерыв, мы начали распаковывать посылку, всем привет, кстати. Вот, и у нас кончилось место на флешке. И мы, получается, теперь по второму разу ее начинаем распаковывать. Поэтому уж извините, что посылка не целая. Так, начинаем распаковывать посылку. Сейчас я ее достану. Ну, вы уже знаете, какой ножик? Не знает никто никакой ножик, потому что мы начинаем сначала. Ага. Вот, открываем. В нашей большой коробочке две коробочки. Сначала мы откроем вот эту маленькую. Вот эту. Давай, открывай. Что там? А там у нас... Там у нас экшн-камера. Называется экшн-камера Apex Cam и экшн-камера M80 Air. Кто знает эту модель, напишите в комментариях. Мы с такой первый раз видим. Ну, кстати, кроме вообще не знаем про камеры ничего. Поэтому нам будет интересно узнать ваши комментарии. Давай открывай, и там уже будем в процессе мы рассказывать, что у нее есть. Вот такая вот штуковинка, тихонечко. Чтобы не потерять комнату. Это уберем в сторону. Стороночку. Наша камера получается в чехле. Кстати, пока кто-то раскрывает, эту посылку нам прислал наш подписчик. Его зовут Андрей. Мы ему передаем большое-большое спасибо и привет. Ой. Федор, спасибо. Скажешь нашему подписчику, который прислал нам вот такую посылку? Спасибо. Вот такая вот камерища. Такая камерища, у которой есть специальная Точка? Штуковина для того, чтобы заряжать батарейки, пульт для зарядки, кабель для зарядки. И вот пультик сам. И вот пультик, да, сам. С кнопочками. Можно управлять ею. Пип-пип-пип-пип. Камера находится в специальном водонепроницаемом чехле с кнопочками. Довольно-таки все компактно сделано и очень добротно. Кнопочки здесь вот на пружинках. Вот. Такая тяжеленькая довольно камера. Не то, чтобы да. Но та тоже достаточно. Вот. Ну и здесь куча разных креплений для шнурков. Вот. И вот такой еще одна зажимчики. Есть здесь запасная батарейка. Давай. Вот она, запасная батарейка, чтобы заряжать. А другая батарейка в камере. Здесь что-то тоже лежало. Вот. И также еще крепление, например, на руль велосипеда или самокат. Там, ну, вот все, да, что можно. Двухсторонний скотч. И еще другая батарейка в камере. Да, и специальное крепление, чтобы можно было ставить камеру сюда и... под штатив. А под штатив это что? Давай такое? Теперь эту отложим в сторонку. Да. Теперь кое-какую посылку. Сейчас мы откроем вторую коробочку, которая немного побольше. Она побольше, чем та. Да. Ее мы еще не успели открыть, поэтому нам понадобится ножичек. Ножичек. Вот небольшой такой. Ножичек. Давай, да, я сам ножичек открою, хорошо? Для безопасности. Ага. Здесь я уже открыл. Сделай вид, что как будто бы мы там уже не открыли. Мы там еще не открывали. Болтушка ты. Мы еще не открывали эту посылку. Вот. Мы сейчас ее откроем. И здесь у нас так, лежит... Так, что же такая? Вот! Это да! Вы сейчас увидите, что это за штучка. Это... дрон. Да он еще складывается. С кнопочкой включения. Да, и тут есть функция GPS, позиция, следуй за мной. Вот это да. И еще вот. Давай мы сейчас ее откроем и посмотрим, что же это за такое за и произведение искусства. И еще можно вот отправить в космос. Отправить в космос можно, да. Вот, видите.
мы не будем отправлять в космос, она нам и тут нужна. Вот это вот посылка. Скажи, дядя Андрей, большое-большое спасибо. Спасибо, дядя Андрей. Я сказал ему уже. Потихоньку. Ой, теперь тормашками, кажется, особую. Вот так, наверное. Да, вот так. Вроде так. Вот. Угу. Коробочка. Так, вот так. Эту штаночку. Да тут еще и пультик есть. Да, к этому пультику, наверное, прицепляется смартфон. При помощи которого можно управлять этим дроном. И еще тут есть такие... Это антенки. Антенны. А как управлять? Вот. Так, давай. Я пока достану дрон. Так аккуратненько. Аккуратненько, конечно. Так. Ох, наши руки трясутся. Вот это вот тема. Вот это вот тема. Здесь есть... Это что у нас? Стоечка. А, это, наверное... Я его возьму сейчас. Его ножки, на которые он может вставать. Вот так вот. Ой-ой-ой, Федя. Пап, я его не сломал. Это будет эпично, если, Федя, ты его сломаешь в первый же день. Сейчас, типок. Отлично. В общем, четыре ножки. Или это не ножки? Это ладно, мы разберемся это потом. Это задние ножки, а передние уже поставлены. Вот. Так, на рисунке тут не видно, что. Вот такой вот дрон. Вон, мы да. его обязательно проверим. Мы его обязательно проверим. Только когда? И, ну, не знаю, когда погода у нас нормализуется, перестанет ветер сильно дуть. Мы обязательно его проверим. Проверим его работоспособность. Полетаем немножко, поснимаем. И не выключайте этот ролик. Посмотрите до конца. Мы вставим обязательно, как снимает экшн-камера. Как снимает дрон. Вы обязательно все увидите. Теперь наши ролики будут намного-намного круче. Потому что у нас есть вот такие вот штуковины. Потому что у нас есть просто вообще, у нас теперь будет супер-пупер канал. Да, Федор? Да. Автоматического взлета мы не решились взлетать в условиях комнаты, а так как в помещении спутник у нас не поймал дрон, а на улице пруга, мы решили отложить взлет дрона на последующее. Пока-пока!